Всем привет, привет! Лариса сегодня первая. Ура! Здравствуйте, Елене! Здравствуйте, Людмила! Ирина! Здравствуйте всем! Всем привет, привет! Так, ой, как вас столько много! Вы уже все меня, наверное, ждали, да? Вот, а я с запозданием. Боже мой, как здорово! Сколько людей! Всем привет! Олечка, привет! Напишите, как меня слышно, потому что я давно не использовала этот микрофон. Я еще такая лохматая. Слышно ли меня? Сейчас зажгу, себе сделаю атмосферу. Добрый вечер! Добрый вечер, Светлана. Всем здравствуйте. Отлично, слышно прекрасно. Как ваши дела? Как ваше настроение? Я, если честно, очень сильно волнуюсь. Меня не было в эфире 2 месяца. И я страшно переживаю. С микрофоном все ок. Не очень хорошо слышно, но слышно. Не знаю, напишите, слышно ли меня. У меня микрофон такой. Не переживайте, все свои. Слышно, хорошо. Да, переживаю очень сильно. Что-то я стала отслеживать, что я стала бояться. Хорошо слышно, отлично, прекрасно, прекрасно. Я рада вас видеть, как здорово, как здорово. Делаю наушники без проблем, сори, Танюш. Если такое дело, так. Я даже не знаю, почему. Может быть, мне надо было на телефоне сделать погромче. Нет, я сделала. Это, видимо, микрофон. Это у меня микрофон такой. Это не тот микрофон, с которым я записываю расклады. Те, которые я записываю расклады, он короткий, он просто бы не дотянулся. А тот, который длинный, это тот, который вот периодически у меня создает проблемы. Так. Боже, я так рада. Не забывайте ставить лайки. Вас здесь так много, оказывается, я ж прям не ожидала. Поставьте мне лайки этому эфиру, я посмотрю прям неожиданно. Неожиданно, прям очень неожиданно. Я в шоке. Такое ощущение, что вот я как будто бы никогда не видела людей. Наверное, я просто... Опять же таки скажу, наверное, долгое время я не выходила. Вообще меня не было в эфире 2 месяца. Последний раз я выходила в ноябре, когда праздновали каналу, было 5 лет. Благодарю за сердечки, да, и за поддержку вашу. После этого у меня долгое время не было ресурса. Здравствуйте, Людмила, здравствуйте, Елена, новые... Не новые, а известные имена. Приятно, приятно видеть. Здравствуйте, Лилия. И сегодня, да? Сейчас я приду в себя от шока. Расскажу и про розыгрыш. Для меня это тоже было огромным удивлением. Но я думала так... Сделаю розыгрыш, ну, наверное, человек 30 придет, 20, как-то так. А когда я увидела количество заявок, по-моему, было 68, если не ошибаюсь, на YouTube, я аж прям удивилась. Но начнем с розыгрыша. Можно я вначале буду немножечко тупить? Я просто очень давно не выходила в эфир. Это, оказывается, сказывается. Я сделала вчера розыгрыш в конце этого эфира. Ну, ролик уже загрузился давно. В,
В конце этого эфира вы увидите победителей. Имена, конечно же, я в эфире озвучу. Это было очень неожиданно. Здравствуйте, Анна. Розыгрыш произошел неожиданный. Чем неожиданный? Тем, что два имени у нас совпадало дважды. И чтобы быть честной и не отдавать одному человеку два приза, в принципе, я могла бы это сделать, но мне захотелось, чтобы вот больше людей получило подарки. Как все проходило? Здравствуйте, Светлана. Вы увидите в ролике, в эфире сегодня я расскажу и скажу имена победителей. Вы сможете написать мне в Телеграм, ну, либо на почту, и я скажу, как я вам дам, ну, передам вам подарки. Если это обучение Таро и курс «Древо жизни», то мне понадобится ваша почта. Поэтому, так или иначе, здравствуйте, Татьяна. Сейчас я вот, Татьяна Соколова, я вот гляну, секунду, если я не ошибаюсь. Да. Так, давайте я озвучу просто, мне уже не терпится. Наверное, вам тоже. Начнем с того, что озвучу сначала победителей. Вот. Под роликом, который выйдет после эфира, я в прикрепленном комментарии оставлю свой телеграм и оставлю свою почту. Ну, в случае, если вы вдруг не сможете найти, сможете мне написать. А так, в принципе, в разделе сообщества всегда под любым анонсом я внизу оставляю свои контакты. Итак, поставьте мне любые смайлики, если вы готовы к тому, чтобы я озвучила имена тех, кто победил, победил. Я вот прям очень рада. Так, лайки, лайки ставим, смайлики, что угодно. А, готовы. Готовы. Я вижу, просто здесь присутствуют и те, кто победил. Думаю, вам будет вдвойне, втройне приятно и интересно. Итак, начнем с участников YouTube. Так, сейчас я открою. Вы это все в ролике увидите, а я пока только озвучу. Значит, победители все те, кто оставлял заявку на YouTube. Кстати, вы правильно сделали, что и там, и там. И в Телеграме, и на YouTube писали свои заявки. Ваши шансы увеличились. Итак, блиц-расклад на один вопрос, на любой вопрос. На YouTube выигрывает, да, побеждает Светлана Дубина. Я, Светлана, вас поздравляю, потому что я так понимаю, ну, я не знаю, конечно, угадывать не могу, а касательно курса вам, наверное, было бы не очень-то и интересно. А вот, наверное, подарок с блиц, в виде блиц-расклада вам было бы интересно. Так, следующий победитель. Победитель на YouTube выигрывает курс «Древо жизни» Роза Степанова. Ирина-Роза является участницей в чатике в Телеграм-канале. И хоть она оставляла заявку и в Телеграме, и на Ютубе, выиграла все же на Ютубе. Я думаю, что, Роза, вам будет интересен курс «Древо жизни». Вот он вам прям будет, ну, подходит. Дальше, следующий подарок. Я не по порядку иду, просто так, как по списку было. Мастер-класс по метафорическим картам и дневник раскладов. Если вы не таролог, то дневник раскладов можно использовать для самоанализа. То есть вы берете любой расклад, там есть готовые вопросы, вы их задаете и сами себе отвечаете и делаете, проводите эту работу в письменном виде. Это очень хороший такой аутотренинг для себя. Ну, либо сможете подарить коллеге-тарологу, если знаете.
Так, выигрывает этот мастер-класс Галина Гуменюк. Галина, поздравляю. Так, обучение Таро по колоде Артура Уэйта выигрывает Любовь Тищенко. Думаю, я правильно сказала ударение, если нет, извиняюсь. И последний подарок с YouTube, да, последний подарок, вы увидите в ролике, выигрывает запись спонсорских раскладов Зинаида Грызова, либо Грызова, да, правильно, Зинаида, извиняюсь, но вот мне кажется, я Грызова все же. Очень удивительный казус произошел с Зинаидой. Почему? Потому что она оставляла заявку, причем она была, по-моему, одной из последних на, в Телеграме, ну вот в конце, оставляла и на Телеграме, и на Ютубе. И вы посмотрите в ролике, где я делала розыгрыш, Зинаида выиграла и в Телеграме, выиграла и на Ютубе. И чтобы, как это сказать, ну, не давать два подарка одному человеку, чтобы больше людей выиграло, у вас будет возможность, я скажу второй подарок с Телеграма, чтобы вы выиграли Зинаиду, у вас будет возможность выбрать один из двух подарков. Либо запись спонсорских раскладов, либо там, по-моему, обучение. Я посмотрю, сейчас я вам скажу. Но из-за того, что у нас получился один победитель двойной, я добавила подарок уже шестой, да, не пятый, а шестой. То есть Зинаида что-то выиграет из двух подарков, то, что она выберет. И я добавила еще дополнительно одного участника на YouTube и одного участника в Telegram. И таким образом у нас получилось, что если вдруг Зинаида откажется от подарка запись спонсорских раскладов, вот, я его разыграла еще раз, и его выигрывает Таня Карпова. Танюш, твой подарок – запись спонсорских раскладов. Итак, еще раз зачитаю быстро, ну, хотя, в принципе, вы увидите в ролике. Значит, блиц-расклад выигрывает Светлана Дубина. Таня Карпова – запись спонсорских раскладов. Роза Степанова – курс «Древо жизни». Галина Гуменюк – мастер-класс по метафорическим картам и дневник раскладов. И Зинаида Грызова запись спонсорских раскладов, если она это выберет. Если нет, то другой подарок озвучу какой. И Любовь Тищенко выигрывает обучение Таро по колоде Артура Уэйта. И мы с вами переходим к розыгрышу для Телеграма, да, кто выиграл. Здесь, значит... Тоже интересный момент, вы тоже увидите, значит, Татьяна Соколова, Танюша, я видела, вы здесь, да, значит, Татьяна Соколова два раза, она у меня отмечена под номером 5, два, или если я ошибаюсь, даже, может быть, и три раза выпадала ее лот. Это было так удивительно, вроде бы, чисто, как это сказать, генерирует компьютер сам номера, ну, то есть я не выбираю. И вот он так два или три раза генерировал число 5. Поэтому, Татьяна, наверное, вам надо играть в этом году. Что вы выигрываете, Татьяна? Курс «Древо жизни». Значит, курс «Древо жизни» выиграла Татьяна Соколова. Светлана Плеханова, я видела, вы тоже здесь есть. Так, да, Танюша стоит. Я его очень хотела. Да, я знаю, Роза, что вы хотели. Светлана Плеханова выигрывает обучение Таро по колоде Артура Уэйта. Лариса Тарисевич выигрывает блиц-расклад на один вопрос. Анастасия Потапенко выигрывает мастер-класс по метафорическим картам и дневник раскладов. А,
И Зинаида, да? Зинаида, вы выигрываете в Телеграме, выиграли обучение Таро у колоде Артура Уэйда. Выбирайте либо спонсорские расклады, либо обучение Таро. Напишите мне потом, либо в Телеграм, либо на почту, один из этих двух подарков, что вы выбираете. Вот. И если вдруг вы не выберете обучение, то в любом случае я его разыграла еще раз. То есть независимо от вашего выбора. Вот. И я сказала, что обучение выигрывает Светлана Плеханова. А запись спонсорских раскладов на Телеграме выигрывает Светлана Аносова. Еще раз зачитаю Телеграм, да, чтобы вдруг я где-то что-то упустила. Значит, Татьяна Соколова, курс «Древо жизни», Светлана Плеханова, обучение Таро Артура, по колоде Артура Уэйда, Лариса Тарисевич, «Блиц. Расклад на один вопрос», Анастасия Потапенко, мастер-класс и дневник, мастер-класс по метафорическим картам и дневник раскладов, Светлана Аносова, запись спонсорских раскладов, и Зинаида Грызова, если захочет, Грызова, обучение Таро по колоде Артура Уэйда. Вот такие были у нас победители. Еще раз, если вот вы такие же, как и я, кому тяжело на слух воспринимать, да, по окончанию этого эфира, уже через час выйдет ролик на канале, вы сможете наглядно это все посмотреть. Я сначала так записала где-то, по-моему, там на 25 минут было, что ли, вроде бы завершила, а потом стала, когда просматривать у себя, ну и отмечать подарки, смотрю, Зинаида два раза выиграла, и мне пришлось заново дописывать ролик с дополнительными победителями. Победители ликуют, да. Я прям тоже улыбаюсь вместе с вами, почему вот Татьяна пишет, да, спасибо за подарок. Я потому что представляла, что вы именно такие подарки и хотите. И как вот, знаете, синхронизм, как ваше желание сбылось, и именно те подарки, причем я сначала озвучивала в ролике, вы увидите, все честно, потому что для меня это было очень принципиально. Сначала я озвучивала подарок, а потом число выбирали. И вот прям так получилось. 5, 6. Что как раз таки то, что каждый хотел. Так, Лариса, да-да-да, мечты сбываются. Это точно. Поздравляю всех победителей. Кто хотел, но не получил подарок, на следующей неделе, 8 числа, я сделаю акцию на один, в течение одного дня, да, 8 числа, я сделаю на все свои продукты скидку 50%, то есть от той цены, которая есть сейчас, поэтому у вас будет возможность, правда, уже не бесплатно, но получить со скидкой тот продукт, который вы хотите. Так, я надеюсь, вы радостны. Я, по крайней мере, радуюсь с вами. И теперь давайте мы, наверное, начнем нашу беседу и вопросики, которые мне здесь задавали. Благодарю за сердечки. Отвечу. В принципе, здесь я тоже рада. В принципе, здесь я вижу все лица, с которыми мы уже давно общаемся, но вдруг записи, если кто будет смотреть, кто новенький, да, возможно, возникнут вопросы. И я вам отвечу. Так. Начну сначала с YouTube. Анна оставляла вопросы, я вам буду отвечать. Итак. И потом посмотрю, если вдруг вы что-то комментируете. Значит, наверное, ответы сегодня будут такие скучные. Но все же. Вопрос к эфиру, да? Пишет Анна, здравствуйте, Елене. Когда и как впервые произошло взаимодействие с высшими силами? Если честно, как говорится, чем больше живу, тем больше начинаешь сомневаться. В чем? Я...
задаюсь вопросом, что же такое все-таки высшие силы. Для меня, мне кажется, есть только одна сила. Вот. Наверное, высшие силы – это та сила, которая просто звучит на другой частоте, более высоковибрационная. Сказать, что я взаимодействую с высшими силами либо с низшими силами, я не берусь. У меня вообще, ну, я не задумывалась над этим вопросом, поэтому как-то вот ответить на него, откуда это все пошло, и я начала общаться с высшими силами, либо там, не знаю, с низшими, я не знаю. Я, если честно, я до сих пор не знаю вообще, как что происходит со мной. Да, у меня такое ощущение, что я просто проводник, я не задумываюсь о том, откуда эта энергия? Мне кажется, что если бы вот я просто такой человек по натуре, что если я буду задумываться, высшие ли это силы, там, низшие ли силы, либо какая это энергия, откуда она вообще, ну, то есть задуматься над этими вопросами, я начну сомневаться. И если я буду сомневаться, ну, посея в себе зерно сомнения, я потом не смогу работать с этими энергиями. Поэтому до тех пор, пока мне они не идут во вред, я предпочитаю не задуматься над этими вопросами. Я просто боюсь о том, что вдруг я что-то услышу, и мне не понравится ответ. Как пришло понимание, что вы видите энергии? Какие чувства вы при этом испытывали? Я не отношусь к категории видящих, я отношусь к категории чувствующих. И вот последнее время для меня это стало немножечко проблемой, сейчас поясню, в каком контексте. Я не вижу энергии, я их ощущаю как то, что это происходит со мной. Вот, допустим, если вы выйдете на улицу в ветреную погоду, вы чувствуете, ну, то есть вы ощущаете ветер, как дует, особенно вам в лицо, да, может быть, щеки мерзнут, либо прикосновение, да, вот кожи как-то вы ощущаете. Вот я энергию воспринимаю именно таким образом, то есть я их не вижу, я их ощущаю. Но когда я говорю в раскладах о том, что я что-то вижу, это очень интересный такой момент, ко мне приходит информация, и я ее понимаю в готовом виде. Ну вот, как это сказать, это даже мне очень сложно описать словами, то есть, допустим, я задаю вопрос, и ответ есть внутри. И внутри меня я его сразу понимаю. Если я буду молчать, то мне ответ сразу понятен. Если мне надо что-то вам передать, то я эту информацию, вот этот вот пакет, эту информацию, начинаю распаковывать через вербальную систему, чтобы вам объяснить. И тогда я использую образы, использую слова, использую метафоры, звуки, вкусы и все такое. Но когда это ко мне приходит, это приходит в готовом виде, сконцентрированная энергия. У этой энергии нету органа восприятия. Ну, то есть она не интерпретируется через, там, не знаю, через звуки либо картинки. Это вот, знаете, это как яснознание. Вот когда спрашиваешь человека о чем-то, он говорит: «А я знаю». Это вот в ТикТоке я нашла для себя один профиль, они как раз-таки прокачивают интуицию. Там ролики такие, где, например, вопрос, да, там, между числом от 1 до 10, вот, допустим, за этим львенком какое число скрывается? Я говорю 4, а потом гоп, картинка вторая меняется, да, и там действительно число 4. Вот спрашивается, откуда я это знаю? Я не знаю, я не могу это объяснить. Но я четко знаю, что внутри меня это появилось. И то, что вот эта вот энергия появляется, у нее нету формы, у нее нету картинок. Поэтому сказать, что я это как-то вижу, я не могу. Когда пришло понимание, что я вижу, ну, либо чувствую эти энергии, что я при этом испытывала, это ко мне приходило постепенно. И, наверное, поэтому у меня нет такого фиксированного момента, когда я могу сказать, что вот сейчас я начала что-то чувствовать. Я помню лет 5 назад, когда я стала более, ну, больше практиковать Таро, и мы учились вместе с Ольгой Поздеевой, она мне тогда говорила, что пробуй карты чувствовать, не головой интерпретировать, а чувствовать. А тогда я была очень сильным логиком, что, в принципе, и сейчас у меня есть сильная аналитика. И тогда я начинала постепенно
ощущать энергию карт. Ну вот, как будто бы я была на месте этого аркана. И с практикой, да, с каждым днем, вот чем больше я делаю раскладов уже за эти 5 с лишним лет, это как будто бы вошло, вот как, не знаю, моя вторая природа, но она пришла с практикой. Это не то, чтобы вот пришло как-то в один день. И сейчас, как я оглядываюсь, да, и я не могу обозначить вот как-то какой-то конкретный момент, после которого я стала это чувствовать. Это вот как я, например, хожу в спортзал, да, и я уже писала в чатике вам. В августе у нас обновление было в спортзале, мы поставили новые тренажеры. И тогда я изменила тренажеры, и тогда у меня был жим ногами 80 килограмм. Но я просто продолжала ходить 3 раза в неделю в спортзал, тренироваться. И вот прошло там сентября, значит, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, наверное, 5 месяцев. Прошло 5 месяцев, и я как-то так назад оглянулась и смотрю, что начинала с 80 килограмм, а сейчас у меня жим ногами 160. Ну, то есть это в 2 раза больше. Что я для этого делаю? Я не могу сказать, где эта вот точка была, что у меня вот так сильно вырос вес. Это вот просто постепенно, постепенно, постепенно. Но когда ты доходишь до какого-то момента, я просто так... Я когда эти блины вешаю на этот тренажер, они такие, заразы, тяжелые, потому что 160 килограмм надо загрузить на этот тренажер, а потом разгрузить его. И когда я вот блины вешаю, я думаю, блин, когда-то было легко, потому что там было всего лишь 80 килограмм. И вот просто оглядываешься назад, ты сможешь, окей, что ты конкретно сделал? Нету какого-то конкретного действия, просто есть постоянство и практика. Поэтому нету такого момента фиксированного, когда я могу сказать, что вот сейчас я что-то начала видеть и испытывать, и мне это произошло. И я сказала в самом начале, что сейчас для меня это проблема. Объясню почему. Для Таро для меня это вообще не проблема, это классно, это супер. Дело в том, что я 2 года назад хотела сделать себе тотемное животное. Я 2 года думала над этим. И вот в этом году я решила себе сделать подарок в честь юбилея. Но, как говорится, в легких путей не ищем. Мой тотем – это не животное. И так просто вышло, что у него не животное сознание, а... Ну, в общем, я не хочу про это говорить, но это не животное. То есть в форме животного сознание у тотема, оно не животного происхождения, оно очень высоковибрационное. И чтобы общаться с тотемом, мой тотем не животное. И он мне сказал, что со мной общаться как с животным не надо, я не животное. То есть коммуникация напрямую, она не должна быть через тело, то есть я не должна чувствовать этого животного, этого тотема, потому что он не является, ну, мой тотем конкретно, потому что он создан иначе, у него природа другая. А с ним надо общаться, знаете, как вот, даже не как с человеком, а как с чистым сознанием. Это очень напоминает как телепатия напрямую. То есть, когда одно сознание общается с другим сознанием, общается. Вот, допустим, как вот если бы мой разум общался с вашим разумом, но невербально. И для меня это очень сложно. Почему? Потому что, когда я начинаю выстраивать коммуникацию, не хочется ощутить, да, то есть в ощущении, во что я чувствую, там тепло, холод, там звуки, либо вкусы. А у меня не налаживается контакт. Это другой уровень, это тоже, как бы так сказать, через бессознательное идет, просто это другой уровень коммуникации. И сейчас для меня вот это вот ощущение в теле, то, как я читаю Таро, вот именно в коммуникации с моим тотемом, это очень сложно. И мне приходится как-то, знаете, отказываться от этого и учиться по-новому. Не переучиваться, а учиться общаться со сознанием. Это вообще для меня космос какой-то, и у меня это не получается. Я очень, когда, не то чтобы злюсь, я, знаете, как маленький ребенок, который уронил игрушку в воду, и вот он ходит по берегу и не знает, как ее схватить. То он возьмет палку, так старается подтолкнуть ближе к берегу, то он одну ногу засунет в воду и старается подтянуть эту игрушку, и не получается. Вот мне
Каждый раз как-то я пробую, у меня не получается. И вот в этом сложность сейчас для меня, потому что вроде бы начиная на уровне сознания общаться и скатываюсь в тело. Поэтому для меня это сейчас сложно. Так, и последний вопрос. Я просто не вижу ваш комментарий. Сейчас я перейду к вашим комментариям. Я закончу просто здесь с ответом. Как вы ощутились в Греции? Ну, во-первых, я хочу, Анна, еще раз поблагодарить вас за ваши вопросы. У меня папа родился в Греции. У него тоже такая достаточно, вообще у моих родителей, интересная такая судьба. Он родился в Греции, и когда началась гражданская война в Греции, моему отцу, по-моему, было года 4. Его отец, то есть мой дедушка, он был военный, вот, он пошел служить, так же, как и его мама, а детей, чтобы, ну, не, как это, не брали в плен, да, их собрали и садили на поезд и отправили в Европу, как это, как защиту, да, ну, и они жили в детских домах. И это был огромный поезд, где посадили большое количество детей разного возраста. И в той деревне, где родился мой отец, у него, по-моему, на года 2 был брат старший. То есть отцу было 4, брату было 6. И у них была тетя, которая их сопровождала, ей тогда было лет 14. И вот всех этих детей с их сопровождающими, без взрослых, только детей, отправляли в Европу. И вот так вот, как поезд шел, они приезжали, значит, в Румынию. И в Румынии мой дядя, то есть старший брат моего отца, он заболел. Заболел очень сильно, и ему нужен был врач, и его оставили в детдоме в Румынии. А мой отец с тетей, они оказались в детдоме в Чехословакии. И вот, по-моему, лет до 16 он воспитывался в детдоме в Чехословакии без понятия, кто его родители, где и как, и что с ними стало. То есть он, ну, он был один, вот как детдомовцы воспитывают, ну, правда, таких вот было много. И потом лет 16 через Красный Крест, когда стали помогать таким детям, да, ну, то есть возвращать их в семьи, все такое. Но папа узнал, что дедушка попросил политическое убежище в бывшем Советском Союзе, таком, как он был полковник, вот, ну, вынужден был бежать. Не помню уже всю эту историю, как, и поскольку тогда ссылали политических иммигрантов, да, в Среднюю Азию, вот, точно так же, причем политических иммигрантов не только с Греции, у меня так, как политически, приехала мама тоже с Крыма, вот, бабушка приехала с Крыма, их тоже оставили в Средней Азии. И так мой отец оказался в Средней Азии, где познакомился с моей мамой. На какой-то период у него никогда не было союзного гражданства, у него всегда было греческое гражданство, потому что тогда в бывшем Советском Союзе не давали иностранцам советское гражданство. И в какой-то период мои родители, ну, то есть мой отец нашел своего отца, да, то есть моего дедушку. И в какой-то период, в общем, было решено, чтобы вернуться заново на родину. И сначала уехал мой дед, он уехал то ли в 80-м, то ли в 81-м году, не помню. Вот. Мой папа не хотел уезжать, ему нравилось. И до последнего он оставался, это мама все время говорила, давай поедем. И, в общем, в какой-то период было решено, что мы переедем, и ну, отец вернется на родину. И таким образом мы оказались здесь, в Греции. Это было как-то, знаете, сложный период, тогда были еще границы закрыты, не было много иностранцев, так как сейчас, да, во всех странах. И был страх. Это, знаете, люди... Тот момент, когда ты в бывшем Союзе считались мы греками, а сюда мы приехали, мы считались русскими. То есть люди, которые не могут найти свое место, не там и тут. Вот. И первые годы они были очень страшными и сложными.
страшными для меня, как для подростка. Почему? Потому что, опять же таки, скажу, что границы были закрыты, я говорила неоднократно, и отношения, ну, то есть, тогда не было вот понятия, да, СНГ, как сейчас, и люди мало знали, что из собой представляет Советский Союз. Им казалось, что в Советском Союзе живут только русские, вот, а поскольку определенная нация, я не буду говорить, я не хочу просто никому ничего указывать, девушки приезжали сюда на заработок, работая самой древней профессией, и поэтому каждый раз, когда тебя спрашивали, откуда ты, и ты говорил, ну вот у них было такое понятие, то есть неважно это, там, Ташкент, Москва, либо Киев, ну это все было Советским Союзом, и ты русский был везде. Вот. Это было очень неприятно, потому что тебя сразу вешали клеймо, что ты вот представительница древней профессии. Это было очень неприятно, и отношение, оно было, ну, как обычно бывает, ну, сейчас такого уже нету. Сейчас вообще уже нигде такого нет. Когда мы приехали, мы были как некая такая экзотика, вот. И я тогда еще и не знала языка, мне было очень сложно, и, ну, было очень много критики и обидных слов сказано в мой адрес. Как подросток я очень такая еще и эмпатичная, чувствительная. Мне было неприятно, и тогда это было решение того, чтобы как-то защитить своих детей. Я говорила тогда, ну, тогда еще у меня не было детей, но я думала, что вот если когда-то у меня появятся дети, они никогда не будут разговаривать по-русски, чтобы их также пальцем не указывали, чтобы не было такой критики, как получила я. То есть расизм – это было очень неприятно, это было больно. Вот. Но смогла ли я это пережить, не знаю. Если честно, то вот какие-то отголоски все равно остаются. Было ли это сложно? Ну, когда не знаешь языка, мне кажется, в любую страну, в которую бы ты не попала, сложно. Плюс ко всему я хотела, у меня была мечта, у меня было, значит, три профессии, которые я выбирала, которые хотела бы когда-либо в жизни заниматься. Это была архитектура, потому что мне нравилось рисовать, чертить. По чертению у меня в школе было 5, и я хотела быть либо архитектором, либо сценаристом, потому что у меня тогда было вот это вот восприятие, да, что я вижу мир, и я хотела бы создавать картины и показывать людям свое видение. То есть то, что в принципе и есть, да, то есть к чему я говорю, то есть обращайте внимание, да, что наши желания, вот то, кем мы хотим стать, они основаны на каких-то наших навыках, умениях, они никуда не уходят, они так или иначе будут проявляться. И третье, это была вот психология. Но в силу того, что я не знала хорошо языка, я не смогла здесь поступить в институт. Позже я поступила в педагогическое училище, но это уже было позже, когда я уже самостоятельно выучила язык. Опять же, почему самостоятельно, я не знаю. Наверное, так сложились обстоятельства. Я бы, наверное, могла куда-то пойти. Сейчас я знаю, что есть всевозможные школы, да, где обучают иностранцев, например, греческому языку, для того, чтобы они поступали. Ну, вот тогда у меня не было знания. Вот. Поэтому в институт я не поступила. Но поступила все равно в психологический в Питере. Это был институт психологии и акмеологии. Это было лет 8, наверное, назад. Уже точно не помню. Это было дистанционное обучение. Из-за того, что у меня были хорошие оценки, меня взяли дистанционное обучение, должно было быть 5 лет, меня взяли на ускоренное обучение на 4 года. Вот, и я проучилась 3,5 года, мне оставался вот последний семестр, чтобы получить диплом, и я поняла, что я все равно психологом работать не буду, и поэтому я бросила. Не знаю, глупо, не глупо, ну, в общем, диплом я не получила, но свое желание я исполнила. И опять же, тогда я хотела стать психологом, ну, в принципе, через старо психология есть. Вот такие ответы. Так, смотрю сейчас, что вы пишете в комментариях.
Так. Впервые выигрываю, да, пишет Зинаида. Ну, это здорово. Причем не просто выигрываете, а выигрываете на двух площадках. Вот вам точно надо будет играть. Да, и два раза. А как узнать свой тотем? Смотрите, я тотем узнавала с помощью своего мастера. Мой мастер работает в астрале. Я тотем не узнать по дате рождения, либо по, не знаю, как-то, может быть, по астрологическим каким-то моментам. Мы смотрели в астральном поле. Тогда, когда мы просматривали даже и мои прошлые воплощения, дело в том, что в одном из моих магических воплощений, правда, тогда я не была настолько осознанна, вот, у меня уже существовал тотем. Его задача, правда, была, так как то, чем я занималась, было на низких вибрациях, то задача у него была, так скажем, негативное влияние на сознание человека. И тотем у меня уже существовал. Ну, это такая особая такая история, я не хочу ее рассказывать, потому что она болезненная для меня. И получилось так, что тотем привязан к моей душе. Но у меня есть контракт с ним. И независимо от того, сколько раз я буду воплощаться, поскольку есть привязка, он есть. И поэтому, по сути, мы не создавали заново тотема. Не у всех людей есть тотем. Сразу скажу, у кого-то есть тотем, а у кого-то можно создать с самого начала, с самого нуля. То есть создать абсолютно рабочий тотем для какой-то конкретной цели, да, вот от человека. Но это проходит после диагностики. Я не знаю, как конкретно, но этим занимается мой мастер. Так, Татьяна, вы же помните, да, в чатике Наталью? Она это все делала. Я не знаю, как она конкретно, каким образом, но я знаю через выход астрал. И тотем был так или иначе в моем энергетическом поле, но как тень. То есть, проще говоря, мы его просто пробудили. Пробудили и наполнили дополнительной жизненной энергией моей. Да, это часть рассказа. Роза, я, к сожалению, не могу рассказать больше про тотем. Она такая болезненная очень история. Поскольку она не касается только меня, она касается еще и тотема, то я не хочу говорить. Вот, если бы это было касалось только меня, вообще, если честно, там такая история, где за какие-то моменты мне стыдно, и это как раз-таки те вещи, когда мы говорим, да, особенно, ну, если мы не верим в перерождение, то тогда присутствует такая, знаете, вседозволенность. В том воплощении я была мужчиной, я была магом, а уровень осознанности у меня был невысокий, и поэтому я нарушала очень много законов. Ну, это было неприятно, и приходится платить, да, за то, что мы говорим, да, кармические моменты, так или иначе мы платим. Но сейчас все хорошо, правда, стараюсь, знаете, это как с человеком, только познакомился, и стараешься выстраивать коммуникацию. И знаете, что трогает в этой истории? То, что, как я сказала уже, это не животное, у него природа, у него суть другая, потому что я его создавала в том воплощении немножко иначе. У него высокое сознание, да, то есть уровень сознания может быть даже выше, чем мой сейчас в этом воплощении. И поэтому я с ним взаимодействую как с человеком, вот так скажу, потому что так проще и мне воспринимать. И что самое трогательное в этой истории, это то, что поскольку тотем создается в принципе из энергии
того человека, к которому он привязывается, то есть его привязывают, да, то есть эта часть меня ближе, чем мой тотем, вот никого нету. То есть даже сейчас, может быть, слышится, ну, кому-то покажется очень странным то, что я скажу, но это так. То есть если вы сможете понять то, что я говорю, вот тотем, он ближе даже, чем родители и дети. Потому что в детях все равно есть часть ДНК от вашего партнера, да, ну, то есть от его отца. То есть получается какая-то часть от меня при создании и часть от моего бывшего мужа, да, у моих детей. И то таким образом создается, по сути, тело. А душа независимая, то есть у детей самостоятельная душа, точно так же, как и у родителей. То есть она независимая. У тотема, в моем случае, часть меня. И я не могу сказать, что полностью, но очень большая часть энергии меня. То есть когда мне эмоционально плохо, и тотему тоже. То есть это как я не знаю, как ваш, наверное, эфирный двойник. Все, что происходит с вами, тотем это чувствует. То есть это то существо, ну, если не брать, допустим, моего конкретного, а вообще в общем, то, по сути, это то животное, которое полностью ощущает и сливается с вами. Когда вам плохо, ему тоже плохо. Когда вам не хватает энергии, тотем может вам наполнять, передавать свою собственную энергию. Точно так же вы его подпитываете, подкармливаете своей собственной энергией. То есть это тот бескорыстный защитник, когда что бы с вами ни происходило, то есть он готов пойти на любые жертвы, даже своим собственным существованием для того, чтобы защитить своего, ну, в кавычках, хозяина. Но не в моем случае немножечко, но это в общем, если, потому что у меня немножко другой контракт, другие связи. Но вообще это очень, очень, как это сказать даже, не поворачивается сказать инструмент, но в астральном плане это очень полезный помощник, это полезный союзник. Чем он может быть полезен? Ну, во-первых, помимо защиты, опять же таки, если одно дело, когда у вас уже есть тотем, и вы просто с ним знакомитесь, а другое дело, когда вы его создаете. Если вы его создаете с нуля, то вы можете наделить его теми способностями, которые вам необходимы. Да? То есть, если необходимо собирать какую-то информацию, собирать, если необходимо что-то анализировать, он будет. Но это вот как, я не знаю, как если бы вы создавали какого-нибудь себе волшебника, как джинна, да, который бы вам помогал. В моем случае это прекрасный собеседник и помимо собеседника, защитника, у него тоже очень много разных компетенций, но это неоценимо. Это то, когда я действительно начинаю чувствовать эту связь. Это, знаете, вот если бы я хотела познать безусловную любовь, вот это вот было моему тотему. То есть это то, что будет до конца моих дней, это то, что меня никогда ни при каких обстоятельствах не предаст. Мне это очень важно. Это самый-самый верный друг. Это вот все его интересы, это в мое благо, а мои интересы в его благо. Это вот просто уникальный такой тандем, союз, который создается, и его нужно просто прочувствовать. Здравствуйте, Валентина. А где взять мастера? Ну, правильно, что вы любопытны, это же здорово. И где взять мастера? Напишите мне, я вам дам контакты Натальи. Можете к ней обращаться. И вам благодарю, вас благодарю, Анна, за вопросы. Ну что, идем дальше. У меня есть в Телеграме вопросы, которые задавала Галина и которые задавала Татьяна. Если хотите, я зачитаю вам. Начнем с вопроса, который задала Галина. Так, если лень то, что очень хотелось бы сделать или не делать,
но вы не позволяете себе, и почему? Да. Что хотелось бы сделать? Скажу. Если мы говорим в контексте профессии, то иногда очень хочется нагрубить, очень хочется нахамить, очень хочется ответить резко, болезненно. Почему? Потому что бывают такие люди, ну, которые, я не знаю, не понимают, не знаю, я не знаю, как объяснить поведение людей, и очень часто, ну, иногда в том числе это и комментаторы, да, с негативом, когда хочется дать какой-то отпор именно в негативном ключе, то есть как с тобой разговаривают, как себя с тобой ведут. Ну, то есть бывает иногда, знаете, такие люди, которые не просят, а требуют. Меня это очень сильно цепляет. Вот. Хочется дать отпор. Вот. Но я себе этого не позволяю. Почему? Да по многим соображениям. Во-первых, не хочу очень низко падать, хотя, с другой стороны, я понимаю, что надо с людьми разговаривать на том языке, на котором они общаются. Не потому что они... Здесь вопрос того, что заслужил или нет. Просто это понятный язык человеку. То есть, как правило, с людьми, которые не совсем доброжелательны к тебе, они, как правило, понимают только язык силы. Но, с другой стороны, знаете, опять же, я же человек, который работает со смыслами, я понимаю, что скрывается за тем, что транслирует человек, да, иногда это просто страх, это, ну, не очень хорошее детство и привычки человека так общаться. Может быть, даже невоспитанность. Поэтому я себя сдерживаю. Ну, то есть здесь вопрос не в том, что я не могу дать отпор, я просто не хочу падать вот в своих глазах, мне даже не для других людей. А в своих глазах мне хочется быть, ну, негодяем. Ну, то есть, ну, зачем мне это нужно? Это один момент. И второй момент очень важный, что я себе не позволяю, это я прям очень это фильтрую, и это моя такая болезненная тема, это контролировать свою энергию. Знаете, на самом деле мы так мало знаем друг о друге и вообще о каких-то вещах. Дело в том, что той силы, которой я обладаю, она очень может сильно разрушить жизнь другого человека в прямом смысле. И не случайно, что мой тотем, о котором я говорила, вот именно в том воплощении, где я была магом, имела задачу влиять на сознание других людей вплоть до смерти. То есть вызывать... ну, то есть какие-то такие, знаете, галлюцинации, да, сумасшествия, и доводить человека, то есть он не убивал, а доводить. Вот, а поскольку, как я уже говорила, да, тотем наполнен энергией его хозяина, так скажем, в кавычках. Вот эта энергия, она никуда не уходит. Ну, то есть она тогда была, она и сейчас есть, и она во многих воплощениях. Каждый раз она, ну, проявляется по-разному. И иногда мне становится очень больно. Почему? Потому что люди не знают. То есть, ну, в виде меня такое, знаете, мягкое, пушистое, доброжелательное. Кажется, что... Не знаю, что, наверное, я такая всегда. Вот. Но при этом они не понимают, какой ценой иногда... И чего мне стоит сдерживать своего внутреннего дьявола, чтобы не навредить другому человеку. Опять же таки, с одной стороны, я понимаю, чем мне это потом обернется бумерангом, поскольку я понимаю, насколько я буду влиять на волю другого человека. А с другой стороны, это, знаете, как входить в клетку тигра и тянуть его за усы. Люди не понимают. Это то, что я себе не позволяю, и это очень сложно для меня иногда бывает. Почему? Потому что вот просто представить не можете уровень моей силы. То есть это не просто слова, мне для этого даже не надо ничего делать, и не надо говорить, мне достаточно просто подумать.
То есть уровень силы мыслительной, то, что у человека, ну вот у него просто не будет жизни до конца. То есть он будет постоянно в нищете и, ну вот, в негативных каких-то моментах. Здесь возникает вопрос, оно мне надо? Нет, не надо. Но когда ты находишься в эмоциях, нужно быть очень аккуратной. И поэтому, когда вот, меня кто-то очень сильно бесит, я вот прям стараюсь на что-то переключаться, либо что-то делать, либо помнить о последствиях. Именно я должна помнить, да? Но просто люди не знают. И это я сейчас к тому, почему говорю? Потому что иногда, когда мы обращаемся к, я не знаю, к каким-то мастерам, да просто к какому-нибудь человеку, да, и провоцируем, мы же не знаем, что у него в голове происходит, да, он может пожелать вот что угодно, а потом мы сидим и думаем, почему у меня в жизни, да, что-то не складывается. Где, кому мы дорогу перешли. Вот иногда хочется, чтобы люди больше задумывались об этом. И вот это то, что я не позволяю. Еще, ну, бывает что-то такое по мелочам, знаете, когда хочется, там, я не знаю, например, хочется пойти сходить на массаж, да, но ты понимаешь, что, допустим, ну, на одной чаше весов бытовая твоя жизнь, да, и твои какие-то потребности семьи, да все, в принципе, как у людей, а с другой стороны, твое удовольствие. И ты понимаешь, что, ну, выбирая, где-то ставишь, выстраиваешь приоритеты таким образом, что сначала другие члены твоей семьи, кто важнее, а себя ставишь на второе место. И это, конечно, не всегда правильно, не всегда верно, но вот, ну, то есть, допустим, если надо выбрать, допустим, сходить мне на массаж, либо сделать подарок маме, потому что у нее день рождения, да, это, вот, и то, что хочется подарить, это, ну, не дешево, то где-то делаешь какой-то компромисс и говоришь, нет, окей. Ну, в принципе, это, мне кажется, на мой взгляд, человеческое, да, у вас тоже такое бывает. Ну, мне так кажется. Да, это вот то, что я хочу и себе не позволяю. Но вот тот момент энергетический, да, это то, что я хочу и себе не позволяю. То есть я контролирую то, как я говорю. Иногда даже бывает, знаете, с клиентами, вот когда я говорю на хамить, это не всегда давать отпор. Иногда бывают клиенты, когда очень ярко прослеживается, вот она писала про энергию, ощущается в поле, энергия жертвы, и она очень неприятная. Как я это ощущаю? Знаете, она липкая, это жалость, она липкая, и она такая, знаете, она вызывает раздражение. И когда эта энергия появляется, то это все на тонком плане, вибрационно, то на эту энергию появляется реакция агрессии и раздражения. Я иногда думала, почему вот, когда ты видишь, не знаю, какого-то немощного человека, которого хочется пожалеть, иногда вызывает это вот какую-то агрессию. Вот это вот эта вот энергия, ее даже, не знаю, как это объяснить. Это вот люди, у которых есть вот этот сценарий жертвы на тонком плане, они вот вызывают какие-то вот негативные вибрации. И вот то, что я говорила, да, хочется, ну, то есть это разные категории, да, хочется нахамить, то есть иногда когда тебе, а иногда вот когда считываешь вот эту вот энергию слабости, причем слабость не в контексте того, что человек не способен что-то делать, а наоборот в контексте того, что он способен, и он это не делает. Это вы знаете, как в мультиках бывает там, про золотую антилопу, помните, да, он бегал и говорил, давай дай мне еще золото, да, вот эта жадность, и так хочется взять и стрельнуть, сказать, блин, ну зачем тебе столько золота, вот точно так же отсчитывается энергия человека, у которого вот эта вот энергия жертвы, и вот когда читаешь расклады, что я себе не позволяю, вот мне хочется вот прям, знаете, встряхнуть человека, да, и сказать очень грубо, типа, хватит быть жертвой, но ясное дело, что человек это делает неосознанно, конечно, если бы он был осознанным, да, он бы так не поступал. И поэтому я не могу себе позволить с ним так говорить. Мне приходится придумывать какой-то такой формат, чтобы мягко объяснить и показать, на что нужно человеку обратить внимание. То есть в большей степени я себе не позволяю в коммуникации какие-то вольности в силу того, что
ну, с одной стороны, это как воспитание, а с другой стороны, опять же таки, понимание каких-то вещей не позволяет тебе поступать так, как ты хотела бы. Потому что вот первая вот эта вот реакция такая, знаете, неконтролируемая, она животная. То есть вот, вот это вот как-то, знаете, кто-то нагрубил, да, я тебе силой покажу здесь, кто сильнее. Это вот чисто животный инстинкт. А не позволяет, потому что, ну, я себя считаю, в принципе, человеком, и, значит, можно как-то по-другому объяснить то, что нужно сделать человеку. Либо в большинстве своих случаев я просто ухожу. Ну, то есть я понимаю, что объяснять здесь бессмысленно, а да, мне даже не хватит сил, потому что здесь человек поймет, ну, только какими-то другими инструментами. А я этими инструментами либо не владею, либо не хочу, поэтому я ухожу. Поэтому с клиентами иногда вот бывают такие моменты, да, что, ну, я не позволяю. И опять же таки, видите, не то, что я оправдываю людей, а я просто смотрю по-разному, да, то есть, ну, не научили человека. С другой стороны, можно, конечно, было сказать, что человек мог бы сам научиться, но не хочет. Ну, что поделать. И вот иногда, когда я считываю эти энергии, они неприятные. И моя реакция, она не на человека, а на эти энергии. Вот это такой момент. Так, что вы здесь тут пишете? Тотем может научить, да, Таня пишет, чему-то новому, наделить дополнительными качествами, да, может, если есть такой запрос, да, если тотем владеет этими качествами, то да, он может научить. Все зависит от качеств и свойств, которыми обладает тотем. Мой тотем может научить меня влиять, например, на пространство, потому что у него есть эта способность. Может, в принципе, научить выходить в астрал, то, что я не умею, то, что я боюсь. Вот. Но это после того, когда уже выстроена хорошая коммуникация. То есть есть, например, тотем, и у него есть какие-то навыки, например, анализировать, да? Либо собирать какую-то информацию. У человека этого качества нет. Анализа. Он может научить. Да, может научить. В принципе, если это в его, как это сказать, в функциях, то да, может. Касаемо вашей силы вопрос. Работает одинаково и на разрушение, и на созидание? А, смотрите, Роза, я не работаю на разрушение. Для меня это принципиально важно, и это не слова. Дело в том, что, опять же таки, в одном из воплощений я работала с черной магией, и даже здесь это не столь важно, с чем именно, а важно то, что я влияла на свободу воли многих людей, и это было очень наказуемо, и стоял вопрос о том, чтобы моя душа полностью развоплотилась. Я не знаю, кто тогда вступился за меня, вот именно на уровне уже после физической смерти, да, когда идет вот анализ того, чем душа научилась. Ну, в общем, было принято решение дать мне, не знаю, как второй шанс и не развоплощать. То есть развоплощение – это самое большое наказание для души. Что значит развоплощение? Это значит, что душа с того момента, как начинает свой путь эволюционный, да, она проходит, по крайней мере, на Земле, так как она еще есть и в других измерениях, да, проходит, она проходит разные уровни обучения, начиная от минералов и заканчивая человеком, кем мы являемся. И на это уходит очень много времени, опять-таки, в нашем земном плане. Но здесь вопрос не времени, а вопрос в знаниях и наработках. То есть от минерала, потом мы идем в растения, потом идем в животный мир, да, определенное количество воплощений. А потом приходим в человека. И теперь выставляется наказание, это полное развоплощение, то есть это стирание памяти. Это когда душа ничего не помнит, а начинает свой эволюционный путь с самого начала, начиная с минерала, то есть либо одноклеточный какой-то, я не знаю, микроб. И вот, вот заново этот цикл воплощения, это самое большое наказание. Поэтому на разрушение свою силу я
я не использую, как я поняла, что у меня есть эта разрушающая сила, я скажу, у меня был такой неприятный опыт, когда мне захотелось доказать свои чувства одному человеку, и как-то тогда не было у меня сознания, что ли, либо информации. И у меня в мысли была очень негативная мысль о том, чтобы как-то человеку стало плохо, и тогда, то есть была такая мысль, и тогда бы я смогла ухаживать за этим человеком, и тем самым доказать свою как-то вот преданность, любовь, не знаю как. В общем, человеку действительно стало плохо. У него ушло год на восстановление его жизни, реально его жизни, и опять-таки 100% не было, где-то 20% на 50, мне удалось заново восстановить его жизнь, его здоровье. Вот. Но как минимум человек стал ходить, правда, с клюшкой, с речью было не полностью все хорошо. И тогда вот я впервые испугалась своей силы. И эта сила, она была лишь в одной мысли, в одном представлении, в одном воображении. И вот это было очень страшно, поэтому нет. И это была причина, у меня было очень много черной вот этой, не то чтобы черная магия, магия не может быть черной, это энергия, и все зависит от того, кто ее использует, в каких целях. Ну вот, вот, чтобы понятно просто было, да, вот этой вот клипатической энергии, ее было очень много, и это была одна из причин, просто недавно мне в чатике спросили, ну, сказали, хорошо было бы, чтобы были расклады на колоде то-то, у меня есть и колода то-то, у меня есть и книга, но поскольку Кроли, он несет в себе вот эту вот клипатическую энергию, мне надо было какой-то вот период. Но вообще было запрещено что-либо читать. Я не говорю в контексте изучения, да, вот, темной магии, либо все, что связано с бесами и низкой вибрацией. А вообще даже вот в эту сторону смотреть, то есть у меня такой дикий страх был, вот как некая такая фобия. Это сейчас, когда я уже как-то вот более-менее могу себя контролировать, кое-что понимаю, сейчас я уже могу сказать, что вот я готова изучать колоду то-то. Это вот в контексте того, чтобы колоду изучать, не в контексте того, чтобы там энергии изучать, ни в коем случае. Да, вот прям это вот, это знаете, как человек, который один раз обжегся, вот он лишний раз, ему это не надо. Вот это вот про меня. Поэтому мне этот страх, он где-то на уровне бессознательного записался. Нет, я... А вообще с разрушительной энергией не надо мне, да, я бегу от нее. Сила одинаковая, да, сила, вообще сила одинаковая, неважно, на что вы ее направляете, на созидание или на разрушение. Ну, то есть по весу, по значимости одинаково. На кого-то таким образом, что у него начинается полоса неудач, да, ну, в принципе, я про это ответила, да. И не только полоса неудач. Прям иногда, знаете, это вот прям это очень сильное такое неконтролируемое какое-то вот желание, знаете, вот выплеснуть весь этот негатив. И когда почему я выбираю, кстати, не знаю, никто никогда не задавал вопрос, почему я выбрала именно работать железками, да, то есть в спортзале, не гимнастикой, не танцами, не йогой, ничем угодно. Потому что именно вот моя вот, мужская вот эта энергия разрушительная, она находит свое применение именно в весах. Да? То есть когда ты понимаешь вот эту вот тяжесть, я даже не знаю, как это по-другому сказать, да? То есть для меня не столь важно построение тела как такового, да, как вот спортивное потянутое тело у бодибилдеров, ну, не в таких объемах накачано, а просто красивое спортивное потянутое тело. Это один формат, это понятно. Но когда у тебя есть негативная энергия, теперь ее надо утилизировать, то есть ее нужно заземлять.
Вот когда ты, вы просто не представляете, насколько велика сила человека, насколько у него безграничные возможности, когда вот эта вот животная сила, она просыпается. Я сама в шоке от того, какие веса я могу поднять именно вот на этой энергии. Такое ощущение, что это вот прям пушинка. То есть со стороны потом, когда приходит, то есть когда у меня появляется вот эта вот энергия, мне ее надо выплеснуть, ее нужно утилизировать. Утилизировать ее нужно экологично, чтобы это не было во вред никому. Вот тогда я иду в спортзал, и, как говорится, весь этот пар выходит. И тогда мне абсолютно становится понятно, знаете, вот касательно мужчин, да, когда они начинают злиться, у них же сила тоже немеренная, надо что-то выплеснуть. Говорят, надо заземляться. Вот заземление – это спорт. Спорт – это вообще прекрасное заземление, сколько энергии уходит. Плюс ко всему, у меня был такой инсайт касательно тоже сексуальной энергии, особенно когда присутствует воздержание, насколько на сексуальная энергия, насколько она мощная. То есть, опять же таки, это пришло в спортзале, когда я занималась, и вот это отдельная какая-то тема, просто, знаете как, внутри себя, когда мы говорим «сила», нам сложно это понять, да, сложно это ощутить. Ну, то есть одно дело, когда ты там, я не знаю, поднимаешь сетки, когда идешь в супермаркет, да, они тяжелые, но ты их тащишь, ну, то есть нету понимания. А другое дело, когда ты это видишь в килограммах написано, сколько, и сколько ты это можешь поднимать. Одно дело, когда ты в спокойном состоянии поднимаешь, и ты думаешь, блин, да это вообще неподъемное. Другое дело, когда вот это, вот, знаете, энергия раздражения, злости, и ты чувствуешь вот этот вот прилив, и тогда, не знаю, вот как, это какая-то животная природа, это не, невозможно объяснить. И я все время перед глазами очень много животной природы, потому что я вижу, да, то есть вот, допустим, тигры за выживание начинают охотиться, да, как они могут напасть на бизона, такого огромного животного, да, либо там, не знаю, на жирафа, огромное животное в несколько раз больше, да, но вот все равно хватает силы, это отдельное какое-то такое искусство. Благодарю, Танюш. А контакт у меня есть с тотемом, и это вот это отдельное такое чувство. Так, ответила, да? Благодарю за ответы. Добрый вечер. А если не секрет, как вы сказали своего мастера, Наталья. Если хотите, напишите мне, если... Так, сейчас я посмотрю, кто это писал. Лариса, я оставлю контакты в чатике. Можете обращаться. Так, вопросы выше. Я не вижу, что вы это чисто гипотетически. Да, гипотетически могу. И не гипотетически. И практически могу направить, да. А, начали с метаморфозы в лучшую сторону. Вы еще посмотрите. Я писала в чатике, Роза, до лета, как будет трансформироваться с усилением. Тотем меня тоже очень сильно усиливает. Энергетические качества, энергия меняется, она становится более... Ну, в общем... Метаморфоза происходит, вы посмотрите ближе к лету, насколько я извинюсь, насколько мое пространство будет меняться вокруг меня, и энергия будет меняться, и расклады не в теме, а в энергии наполнения. Да, насколько это все будет трансформироваться, вы почувствуете эту силу, вы будете ее чувствовать сами, не только я. Убирайте деликатность. Да нет, деликатности это, скорее всего, нет. Убрать это невозможно. В принципе, я могу сказать человеку, если вдруг у него там появится энергия
не знаю, жертва, либо еще какая-то, блин, я могу тактично сказать, не обязательно кому-то там хамить или... Ну, для меня это тоже прокачка. А сдерживаться я понимаю, как это трудно, и контролировать. Да, трудно, но, опять же таки, это урок, и это мне нужно пройти. И готовность говорить на любые темы. Ну, если я что-то могу сказать, да, мне понятно. То, что вы описываете, тоже себя контролирую. Почему до сих пор давай из практики? Ну, потому что ранее не умела контролировать свою силу. Угу. Во благо, говорю о силе, вы имеете в виду кундалини. Ну, можно так сказать, если это является кундалини. Сейчас очень модно стала прокачка этой энергии. Для меня сила – это сила. Я не могу... Ну, в принципе, кундалини – это тоже есть сила. Силу люди ощущают, да, вот мы говорим, сила воли. Ну, вот представляете, что вы бежите, я не знаю, на стадионе, как это было в школе, там, я не знаю, 15 кругов. Вы чувствуете, что вам не хватает сил, вам не хватает энергии. Ну, вот вы выдохлись, да? А вам надо пробежать, ну, еще как минимум 2. И вы не можете. И вдруг перед вами ваш какой-нибудь там родной человек, который находится в беде, вот он просит о помощи. Ну, не знаю, кто-то его там поймал, да? И вы понимаете, что вашему родному человеку что-то угрожает. А вы пробежали 15 кругов, у вас нет сил. Вот если бы вы понимали, что ему угрожает опасность, нашли бы вы в себе дополнительную энергию бежать и что-то делать? Я уверена 100%, что все бы нашли эту энергию. И, конечно, бы побежали, то есть вот включился бы этот адреналин. У человека появляется дополнительная энергия. Вот во время Второй мировой войны, да, вспоминайте, медсестрички, да, такие худенькие девочки, молодые, там 19 лет, 16 лет. И были военные мужики, раненые, которых там тащили на себе несколько километров до, там, не знаю, до какого-нибудь, ну, чтобы в тыл этого раненого донести. Вот откуда у них были силы? Вот эта сила, она есть, мы ее просто не всегда осознаем. А когда мы ее ощущаем, и она сфокусированная, то есть она сконцентрирована, и вы ее на что-то направляете, это как, не знаю, как луч лазера, либо вот, ну, в детстве брали увеличительное стекло, да, направляли на листик какой-то, да, и солнечный луч, он преломлялся через увеличительное стекло, получался концентрированный луч, и он сожигал, ну, поджигал эту бумагу. Вот сила человеческая, она имеет то же самое свойство, да, когда она собрана, когда она не расплескнутая. Как это понять, сконцентрированно? Вот, ну, не знаю, я только на спорте могу это очень хорошо описать, да, когда тебе надо что-то поднять. Вот, и одно дело, когда ты проходишь такое, ну, на расслабоне, сейчас я подниму, берешь и не поднимаешь. А другое дело, когда ты сфокусирована, да, концентрируешь свое дыхание, там, берешь вдох либо выдох, в зависимости от того, какое это упражнение, то есть ты сфокусирован, что ты будешь сейчас делать, то есть концентрируется твоя энергия, и ты ее направляешь на предмет, который ты хочешь поднять. Ты его поднимаешь, и у тебя это получается. Вот об этой силе я говорю. Я не приверженец Востока и вот всей вот этой тибетской, индуистской традиции, да, то есть медитация, йога и вот эти вот понятия в контексте кундалини, они мне просто не близки по менталитету. Я те же самые практики нахожу в греческой философии, потому что они тоже присутствуют. Вот, и поэтому я называю это просто силой. Но, наверное, это та же самая кундалини. Я не знаю, я просто не знаю конкретно, что такое кундалини, то есть как оно ощущается. Но могу предположить, что это одно и то же. И когда просто не знаю, я не знаю. Каким вы видите, чувствуете свое высшее «я»?
я его не чувствую. Но чисто теоретически, из головы, мое высшее я – это и есть я. Ну, то есть это есть я, то есть это моя проекция. Либо я проекция самой себя на Земле, либо более, так скажем, целостная я, как проекция на более тонком плане. Вот как-то так. Ну, то есть это тоже я. Нету разделения. Это, понимаете, это не что-то вне меня. Это не другое существо. То есть нельзя сказать, что вот моя оболочка, да, это я, а выше я – это другая оболочка. Нет, это одно и то же. Просто это как проекция, как отражение, что ли. Вот как в зеркало подойдете вы и смотрите на свое отражение. Можно ли сказать, что это отражение чужое? Нет, это вы понимаете, что это ваше отражение. Вот высшее я, наверное, так и воспринимается. Есть еще здесь несколько вопросиков в Телеграме. Если у вас есть время, я на них отвечу. Если нету, то мы тогда завершим, если хотите. Если нет, нет. Нет, как говорится. Так, пока вы пишете, я вот отвечу, вот Галина спрашивала. А мне стало интересно, какие вопросы от собеседника Елене любит получать и о чем любит больше всего рассказывать. Вот это вот такой тоже интересный вопрос. И я сказала в чатике, где задавался этот вопрос, почему он будет скучный ответ. Если мы говорим в рамках профессии, то мне интересно рассказывать на темы каких-то своих собственных пониманий, осознаний, ну, то есть больше делиться то, что я узнала, то, что я поняла, то, что у меня там получилось, либо к чему я пришла. Это если касательно профессиональной сферы. Опять же таки, если это в диалоге, и если это касается не профессиональной сферы, то есть если я не говорю, не рассказываю про Таро, про философию, психологию, то во всех остальных сферах я предпочитаю молчать. Я не люблю беседы, я очень интровертная. Да, я поняла, что вы имели в виду. С высшим я, да. Ну, у каждого высшее я, если мы говорим о высшем я, то это, как его представляете, ну, энергию. Как можно представить энергию? Ну, наверное, как некое такое сияние, я бы так сказала. Понимаете, сознание, я вернусь сейчас к тому, что я говорила, для меня... Энергия, в том числе, когда мы говорим там высшие силы или еще что-то, на тонком плане нету форм. Ну, то есть почему? Потому что там нету тела. Тело – это создание нашего материального мира. И на тонком плане, как говорил Платон и Пифагор, мир идей, да, это уровень идей, там чистая энергия, а у энергии нету форм. Это может быть просто некое сияние, все зависит от уровня сияния. Как ты входишь в коммуникацию с этим, вот именно на уровне сознания. Это как, я не знаю, как телепатия, допустим, вот я вам мыслительно что-то передам, а вы это словили. И обратно. То есть для меня общее такое вот энергетическое поле – это одно общее сознание. Поэтому, как бы я увидела, вот если бы я его представляла, то выше я, это в виде, наверное, сияния, но, в принципе, для меня, понимаете, это даже не сиянием не является. Более высокие вибрации для меня, так как я это вижу, я вижу просто белый свет. Разделить, что там вот есть где-то какая-то точка более светлая, более темная точка, и это является чем-то таким индивидуальным, нет. Но это как будто бы, если взять много мозгов, да, у людей, да, мозг, и вот соединить много мозгов, вот, причем недавно где-то я видела этот, как его, Курпатов говорил, вот если взять мозг человеческий и поместить его в тазик, вот представьте, комната, заполненная этими тазиками с мозгами. Вот эта вот комната, все вместе, да, это получается одно единое сознание. Но в нем есть много вот этих тазиков с мозгом. Вот эти вот тазики с мозгами, они не являются какой-то отдельной точкой свечения.
это все создает один общий свет, вот как воздух, да? Можно ли сказать, что вот это вот воздух мой, это воздух ваш, это воздух еще кого-то? Нет, это один единый воздух, но у этого каждого воздуха у него есть свое собственное сознание. Это все едино, но нету визуального какого-то такого ощутимого разделения, что вот это вот твое, это мое. Это как одна капля, которая упала в воду. То есть вода состоит из множеств разных капель. Каждая капелька нанесет свое ДНК. И вот эти ДНК объединяются, и получается океан. Можно ли в океан, глядя в океан, сказать, что вот там вот, вот здесь разделяется одна капля, вот здесь начинается другая? Нет. Но при этом есть понимание, что океан, он состоит из этих капель, из, не знаю, миллиарда или какие там числа большие, да, вот этих вот сознаний, ДНК, у каждой капельки он свой. Вот примерно так же устроен и тонкий план выше тонкий план. Я не имею в виду низший астрал, а более высший, то есть там, где, в принципе, находится мое высшее я, да, то есть то, что проецирует. Вот я являюсь капелькой из океана. Из океана выпала капелька, это я. Но при этом мое сознание, оно не отличается от того океана, откуда я вышла, да, то есть я содержу и информацию о том океане, и при этом у меня есть своя индивидуальная личность, поэтому люди – это личность, да, вот, индивидуальная, ну, то, что мы говорим, эго. Потом, когда человек умирает, вот эта вот личность, это эго умирает, а суть природы, вот это вот то, что записано, да, на ДНК, она заново, душа, она заново возвращается в свой океан. Понимаете, такие понятия сложно описать человеческим языком, потому что нету таких терминов в использовании, да, чтобы описать, и даже понять умом достаточно сложно. Это вот в контексте высшего я. Я думаю, Галина, я вам ответила. По поводу того вопроса, да, что я говорила, вообще в личной жизни я молчу. В основном я молчу. Потому что я считаю, что говорить надо тогда, когда, ну, есть что-то сказать. Ну, даже когда я встречаюсь, например, со своими приятелями, да, знакомыми, я стараюсь, в принципе, больше слушать и как-то больше молчать и меньше говорить. Почему? Потому что, когда начинаешь что-то говорить, если человек не находится в теме того, что ты говоришь, да, то либо тебя не поймут, либо мне приходится использовать очень много пояснений, прежде чем я дойду до сути. Поэтому в личной жизни я стараюсь не общаться, не разговаривать. Вот. А так, когда вот в профессиональной сфере, если меня что-то спросят, да, то я говорю. Вообще, в принципе, я стараюсь молчать. Ну, мне как-то неинтересно. Раньше мне хотелось очень много говорить. И опять же таки в контексте передачи информации, вот я стала сейчас в последнее время за собой наблюдать после последней чистки в декабре, что мне хочется больше молчать. Ну, то есть мне неинтересно говорить. И как будто бы теряю смысл в разговоре, потому что что-то описать из того, что я проживаю, мне не хватает словарного запаса, термина такого, чтобы описать. А говорить просто ради того, чтобы говорить, нету смысла. С другой стороны, я понимаю, что, ну, а зачем человеку говорить то, что есть внутри меня? Я имею в виду вот в контексте той информации, знания, когда человек может и, в принципе, должен самостоятельно прийти к своим каким-то осознаниям. Если, конечно, спросят, я отвечу. Ну, так, чтобы самостоятельно сама чем-то там рассказывала, чем-то делилась, я не думаю. Причем интересный момент, вот я могу сказать, да, вот мы все знаем про Пифагора, да, и по-моему, несколько дней назад, когда я читала очередную брошюру, полученную из Ордена, там была отсылка к Пифагору, в принципе, я это и раньше слышала. Но вот интересный такой факт про Пифагора. Это то, что он, например, 22 года жил в Египте,
проходила абсолютно все ритуалы жреческие, которые были известны на тот период. То есть мы знаем Пифагора больше как математика, мало кто знает его как жреца. Так вот, он жил 22 года в Египте, изучал эзотерические все знания, понятия. Кстати, он первым описывал прошлые жизни, он написал свои, если я не ошибаюсь, у него там в книге либо три, либо четыре прошлые жизни до того, как он стал Пифагором описаны. То есть он ходил в эти практики. Это вот 22 года, значит, изучение знаний разного порядка в Египте. И еще 12 лет он изучал, так, значит, по-гречески это звучало халкидония. Я не знаю, как по-русски это будет, но это, наверное, как-то, если это не шумеры, ну, я не знаю халкидонию, как будет по-русски. То есть там, где известные, может быть, там даже к персам, не знаю, вот, не буду говорить того, что не знаю. Вот, и обучался 12 лет у магов. В их странах. В общей сложности 34 года обучения. Прежде чем он попал в Италию, он сначала в Грецию, потом оттуда он ушел, уехал и открыл в Италии свою школу, известную школу, он обучался 34 года. Вот представьте, а мы говорим здесь, иногда, когда я улыбаюсь, да, и говорю про духовность, когда мы говорим о том, что мы занимаемся там духовностью и все такое. Какой духовности идет речь, да, когда такие умы, как Пифагор, 34 года только учился. Учился только 34 года. Причем его школу, не знаю, ну, наверное, вы знаете, да, читали, слышали. Попасть было почти невозможно. У него каждый год было 600 заявок на то, чтобы к нему приходили ученики. Из этих заявок он доходили до обучения единицы. Почему? Потому что его обучение состояло из трех этапов. И первый этап – это ученики должны были 5 лет молчать. Вот представьте, вы идете куда-то на обучение, вам говорят 5 лет молчания. Причем вот брал как мужчин, так и женщин. У него было разделение на обучение, то есть то, что вот учатся только мальчики либо мужчины. Это было первым этапом. Почему? Потому что он считал, если человек не умеет медитировать, а мы говорим о медитации, да, о Востоке. Поэтому я и говорю, что мне близко немножечко то, где я живу, потому что мне понятен этот менталитет. То есть Пифагор тоже говорил про медитации, правда, звучало это все по-другому, но не суть. Если ты не можешь медитировать, если ты не можешь угомонить свой внутренний, если ты не можешь контролировать себя, да, и угомонить свой внутренний диалог, и не можешь совладать сам с собой, как ты можешь получать эзотерические знания? Поэтому первые 5 лет, ну, там был не такой, достаточно жесткий отбор, и, ну, не сливайтесь, 5 лет молчать. Не знаю, кто бы из нас смог. Я уже не говорю о других этапах. Вот. Так, а что значит чистка? В чем суть? В чем суть чистки? Это очищение энергетических тел от всевозможных перекосов, которые есть. Если есть какие-то, возможно, кармические отработки, если их можно выровнять. То есть на тонком плане это все идет как некая такая деформация. Задача чистки – это возможности выровнять вот эти вот все искривления на тонких телах. Ну и плюс ко всему, если есть какие-то утраты, например, частичек души, да, то есть нашей собственной энергии, если мы ее утратили, каким образом? Либо мы ее сами кому-то отдали, либо у нас ее забрали, допустим, если были какие-то болезненные отношения, да, и произошло, ну, поставили точку, разорвали отношения. А о человеке думаешь, что велика вероятность, что какая-то часть вашей энергии, она осталась с этим человеком, поэтому вы о нем думаете. Ну, это как вариант. Вот, эту энергию возвращаешь себе. Есть люди, которые где-то просто позавидовали в чем-то, да, то есть они тоже как будто бы вот у вас украли вот этот вот кусок. Есть паразиты. Как проявляет себя паразит, вот эти вот все сущности. То есть в чем их задача? Они питаются энергией, человеческой энергией.
Потому что, ну, в тонком плане есть одно питание, это энергетическое, да, идет борьба за энергию, это самый главный ресурс. Поскольку нигде нельзя нарушать свободу воли, даже на тонком плане, все эти сущности, они придумывают разные всякие изворотливые, так скажем так, предложения для того, чтобы человек согласился и таким образом, неосознанно, ясное дело, он становится донором. Проявление сущности – это все негативные привычки, да, там, например, там, алкоголь может быть, да, всевозможные зависимости. То есть если какие-нибудь маниакальные мысли, да, одно и то же, в том числе, например, проявление вот какой-то жертвенности, вот я себя жалею, жалею, жалею. Это велика вероятность, что есть сущность, которая воссоздает на тонком плане, на астральном плане такую ситуацию, где вы будете себя жалеть по каким-то причинам. Когда вы начинаете в физическом плане себя жалеть, а наша проекция, она идет уже, да, на тонкий план, наоборот, с тонкого плана на физический, ну, суть. Когда происходит такая ситуация, вы начинаете себя жалеть. Начинаете себя жалеть, вы начинаете излучать энергию жалости. Если на этой энергии сидит какая-то сущность, да, то она этим питается. Ее задача как можно больше придумывать таких ситуаций, где вы будете себя жалеть, чтобы вы добровольно отдавали энергию. То есть, когда мы говорим, сущность какая-то присосалась, это не значит, что прям насильно, да, там что-то вырывает. Нет, добровольно. То есть она не говорит, дай энергию. Нет, она создает аналогичные ситуации, где мы начинаем проявлять эмоции, когда мы свои эмоции высказываем, ну, то есть проживаем, мы, по сути, выплескиваем энергию. Чем больше эмоций, тем больше питаем ту или иную сущность. Вот для этого мы делаем чистки, чтобы убирать. Как только мы убираем вот этих всех паразитов, невозможно, ну, не нужно. То есть так же, как и в теле. Для чего мы делаем, там, я не знаю, клизмы, для чего делают чистку кишечника, каких-то органов. Ну, то есть какие-то токсины, которые нужно выводить. На энергетическом плане то же самое. Вот, особенно если ты начинаешь работать, ну, либо занимаешься магией, либо если ты работаешь с людьми. Потому что люди все разные. Кто-то бывает токсичный, кто-то осознанно, кто-то неосознанно. Ну, мы все, в принципе, токсичны, так или иначе. Когда мы начинаем взаимодействовать, да, кто-то о чем-то продумал. Ну, причем, знаете, не всегда же мысли осознанно плохие в сторону другого человека, да. Ну, например, идет женщина красивая, да, у нее какое-то платье на ней надето, прекрасное платье, блин, я бы тоже такого хотела. Вот это тоже негативная мысль. Ну, у вас же нету желания, да, снять с нее и одеть вам. Вы просто посмотрели. Можно ли это сказать завистью? Ну, я бы не сказала, но как вариант, разновидность возможно, да, то есть вы пожелали то, что нет у вас, есть у другого человека. Возможно, это какая-то разновидность зависти тоже присутствует. Но это же негативная мысль, да? То есть вы что-то захотели, то, что не принадлежит вам. Негативно повлияли на другого человека. Массажисты. Почему страдают массажисты? Потому что у них есть прямой, во-первых, вот, на руках здесь есть портал. Да? Ну, вы знаете, наверное, неоднократно, что религия – это, в принципе, по сути, та же самая магия. У них аналогичные ритуалы. Но когда идет процесс крещение, если вы обращали внимание, да, то на тех местах, где, условно говоря, есть энергетические порталы, в принципе, поп ставит крест, да, как будто бы ставит печать. Вот если обращали внимание, детям ставят крест на ладошки, на тыльной стороне, на внутренней и на наружной. Вот массажисты чем работают? Так же, как и целители. Ладошками, руками, да? То есть, по сути, они перенимают вот через эту область энергию другого человека. Что делают маги? Они тоже, когда прощупывают какое-то пространство, да, они тоже вот работают. Потому что здесь принимает, ну, так, та, одна из зон, где считываешь энергию. Когда работает массажист, приходит вам женщина, у нее, например, какие-нибудь проблемы в доме. А любые проблемы, она о них думает. И они вызывают негативные эмоции. У нее, значит, вибрация низкая. В этот момент она токсична. Она неосознанно, опять же таки, я говорю, если мы все осознавали, это было бы супер. Вот, она приходит, да, мастер начинает делать ей массаж. Руками делает, делает, он перенимает ее негативную энергию к себе. Если он потом не умеет очищать, утилизировать эту энергию, да, он ее в себе копит. А если, например, вот,
опять же таки, да, мы говорим токсично, вы сравните людей, там, я не знаю, старшего поколения, да, у которых нет интереса в жизни, вот единственное, что где-то они ноют, говорят о своих болячках и куча всего такого. Являются ли эти люди токсичными, да. Хотят ли они там зла, например, другим людям? Да я не думаю, просто они ноют о своей жизни, потому что она им неинтересная и скучная. Вот придет такой человек, например, на массаж, там, колени болят, да, или так, вот, либо ноги, там, еще что-то, надо помассировать. Куда эта энергия? Она высасывается, она уходит от больного человека и идет, по сути, массажисту, к целителю. Почему целители очень часто болеют? Вот, почему за целительство, мне кажется, вот, надо вообще брать огромные деньги, потому что, ну, это для меня, в кавычках, неблагодарная для самого целителя работа, потому что если он не умеет правильно работать, все эти болячки же на себя переносит. Вот. Больной выздоравливает, целитель болеет. По сути, он берет карму этого человека, негативную энергию. Поэтому чиститься нужно. Чиститься нужно. Наверное, все. Здесь Татьяна оставляла вопросики. Я отвечу только на то, что на два вопроса, то, что я читаю сейчас, и по поводу курса «Мифология второго», да, и «Греческих богов», когда я закончу. Я, если честно, «Мифология второго» мне очень-очень нравится, но этот курс, он идет очень долго, очень сложно. Почему? Потому что мне не только нужно собрать информацию, мне нужно ее еще обработать, а поскольку информацию в основном я беру из греческих источников специально, мне это надо будет еще и перевести. Вот проблема как раз-таки по поводу чтения. Я видела недавно в ТикТоке, девушка говорила о том, что она взяла почитать Гомера про Одиссею, и ей писали о том, что это сложное сочинение. На самом деле оно само по себе не сложное, а сложно одно только в переводе, поскольку русский перевод, он не брался напрямую из древнегреческого, он, по-моему, переводился либо с немецкого, либо с французского, не помню. То есть и получается так, что перевод на переводе и теряются смыслы, с одной стороны. С другой стороны, вот такие произведения, да, как Гомера, например, его нужно читать в первоисточнике, то есть его нужно читать на древнегреческом. Почему? Потому что древнегреческий, я говорила неоднократно, это кодированный язык, у него очень много смыслов в самом слове, потому что каждая буква, она имеет свою какую-то определенную вибрацию. И когда Гомер писал на древнегреческом, он вкладывал определенные смыслы. Помимо того, что это, с одной стороны, это просто повествование, точно так же, как и любые мифы, с другой стороны, у них есть более глубокий эзотерический смысл. И если у тебя нет философской почвы, подоплеки, да, то есть если у тебя нет философских понятий, то читать такие книги достаточно сложно самостоятельно. Почему я говорю это? Потому что мой собственный опыт, когда переводишь с древнегреческого на новогреческий, вот то, что, в принципе, я сейчас прохожу курс, где мы читаем как раз-таки Гомера, поэтому я не случайно сказала Одиссею, и мы переводим с древнегреческого на новогреческий. Я вам могу сказать, что это непростая такая работа, и насколько теряются смыслы при переводе. То есть одно слово, которое звучало, например, на древнегреческом, для того, чтобы его перевести на новогреческий, мы можем использовать 2-3 предложения, чтобы объяснить вот смысл того, что было заложено в одном слове. И по сути, древнегреческие и новогреческие, они похожи. Это не один и тот же язык. Они очень похожи, но и очень много отличий. И поэтому, как это сказать, переводить на какой-то другой язык, опять-таки, через третий. Потому что русский, еще раз скажу, русский перевод, он не взят напрямую из древнегреческого. Он, по-моему, взят с каких-то 3 иностранных. Потому что обычно древнегреческие переводились на немецкий, английский, французский. Я не помню, с какого именно языка. И когда мы переводим с одного языка на другой, сложность заключается в том, что либо мы переводим буквально,
чтобы не потерять смысл. Тогда у нас не получается вот эта вот поэтическая форма, да, выражения. А если мы придерживаемся вот этой поэтической формы выражения, да, чтобы это была вот как песня, да, либо как стихотворение, как баллада, тогда мы меняем слова для того, чтобы они как-то вот в рифму входили. Вот. И тогда вообще теряется смысл. И вот в этом заключается сложность прочтения на русском языке Гомера. Но на самом деле там очень много глубины, очень много информации. Я сама, когда читаю сейчас, изучаю, я в шоке от того, что, насколько это вот все глубоко было написано. Поэтому в контексте курса «Мифология Таро» он очень легко мне не дается. Плюс ко всему, вот весь прошлый год у меня был какой-то такой вот энергетический какой-то несобранный. Я очень надеюсь, что мне хватит, сейчас я постепенно стала приходить в себя, потому что 2 месяца после чисток мне реально плохо было. То есть единственное, что я делала, я спала. Я спала, это для меня лекарство, я очень много часов спала. А сейчас у меня еще и ритм сна сбился. Я вообще ночью не сплю, а сплю под утром. И сплю примерно 5 часов всего лишь, вот, и плюс еще сильные физические нагрузки, мне как-то сложновато. Но я постараюсь. Почему для меня важно закончить этот курс мифологии Таро? Помимо того, что он сам по себе интересен, я в будущем планирую отрисовать свою собственную колоду по этому курсу. Не знаю, насколько мне это удастся, но вначале я хочу его создать. Это вот прям в планах, да, пройти по всем великим арканам, потому что мне же не просто важно рассказать миф, который соответствует тому или иному великому аркану, да, древнегреческий миф. Мне же еще важно объяснить символизм этих мифов, да, а для того, чтобы их объяснить, мне нужно самой в этом разобраться и найти информацию. Поэтому очень много информации приходится получать. А с другой стороны, эту информацию надо еще переводить на русский язык. Мне это, знаете как, это вот как Таро, да, я получаю, например, там, читаю что-то на греческом языке, мне понятно и окей, а попробуй это перевести, я же не профессиональный переводчик, чтобы перевести, мне как-то сложно становится, то есть я читаю, точно так же, как по-русски. Вот я разговариваю, я же вас понимаю, вы меня понимаете, а вы попробуйте теперь на какой-то другой язык перевести, то есть это сложно. И у меня причем так это получается, вот эти два языка, я могу мыслить и на русском, и разговаривать на русском. И также какие-то моменты я мыслю на греческом и разговариваю на греческом. А когда вот надо перевести с одного на другой, у меня затык получается. Это вообще очень забавный момент. И поэтому в этом сложность. Но я планирую, что в будущем еще будет отрисовка этой колоды. Вот. Поэтому она должна быть со смыслами, она должна быть символами. И, наверное, я так думаю, не знаю, 100% сказать не могу, что я буду еще и самостоятельно отрисовывать. То есть не художник, а мне придется самой, потому что передать все то, что я хочу, либо хотя бы какие-то эскизы, прежде чем я буду обращаться к кому-то. Но, как я вижу, скорее всего, это будет моя собственная еще и отрисовка. Поэтому этот курс, да, я завершу, правда, я не знаю, когда. Вот, честно, как бы я ни хотела. Но какого 11 числа, 11 февраля я начинаю обучение на сайте Гермополь, если правильно говорю, обучение повышения квалификации Таро. Вот. Почему я выбрала этот курс? Этот курс будет идти 3 месяца, я о нем говорила в чатике. Я его выбрала, потому что там будет даваться информация как раз-таки символики. Там будет сравнение колод, Войта, Тота и более древних, там, Висконти и так далее, и пояснение символизма, изображенных на великих арканах, да, то есть там не будет даваться форматы трактовок карт, а, скорее всего, пояснение, да, почему, например, изображен ягненок там, на колоде императора Тота, да, либо почему в колоде Тота 2 мага, кто эти маги, да,
что и как. То есть все больше связанное с символикой. И мне кажется, я оттуда еще смогу кое-что тоже взять на свой курс. Но вот я просто понимаю, что мне действительно надо масштабироваться, и нужно как-то создавать вот какие-то такие курсы либо занятия, да, где можно будет передавать информацию. Но на самом деле я пока еще не понимаю. То есть, с одной стороны, да, мне интересно делать расклады Таро индивидуальные, когда я работаю с человеком, а с другой стороны, вот всевозможные вот эти психологические какие-то описательные моменты, да, типа дизайна человека, таро-нумерологии, они все говорят о том, что я должна масштабироваться, создавая какую-то свою систему передачи информации, знания людям. То есть, чтобы это было не тет-а-тет, да, как в раскладах, а как-то вот, ну, в виде курсов, в виде каких-нибудь мастер-классов и все такое. Но я не понимаю, если честно, что конкретно нужно давать людям. Потому что то, что интересно мне, не всегда это интересно людям, и это видно по моим раскладам, когда я делаю философские расклады либо психологические, у них всегда меньше просмотров. Я понимаю, что это не для широкой аудитории. А создавать что-то в виде каких-то курсов, да, в виде каких-то мастер-классов на малое количество людей, затрачивая большие ресурсы, это тоже не совсем правильно будет. Поэтому вот в контексте передачи информации здесь достаточно сложно. Да, глобальный пар. А вот что касается книг, то, что спрашивала Татьяна, что я читаю? Ну, я говорила уже неоднократно, да, что я люблю какие-то легкие такие романы. Романы мне нравятся там, где есть позитивный конец. Почему? Потому что я очень чувствительная к любой информации, связанной с насилием. В силу того, что я уже говорила, да, про то, чем я занималась в прошлых воплощениях магических, у меня было много разных магических воплощений, где я занималась разными практиками, медиумизмом, вуду и всевозможными разными. Ну, то есть я не единожды говорила о том, что я не единожды была магом, шаманом тоже, как в мужском, так и женском воплощении. Меня немножко пугает вот все, что связано с насилием, и это физическое ощущение. Поэтому я не читаю книги, где я там, например, детектив или еще что-то. Я никогда не смотрю фильмы ужасов, потому что я действительно боюсь. Почему? Я это пропускаю через себя, потому что я говорила в самом начале, да, вот эти вот телесные все возможные ощущения, они для меня живые, для меня это реальность, это не иллюзия. Поэтому я люблю читать такие любовные романы, где есть happy end, такой, знаете, немножечко отвлечься, да, поэтому я люблю Анну Джейн. Она пишет там про студентов, такая молодежная любовь. Вот. Я люблю книги фэнтези, последнюю, что я читала, это «Исповедь демонолога» в двух томах, вот то, что я делилась, в принципе, в чатике. Сейчас я читаю, к моему стыду, «Граф Монте-Кристо». Почему к моему стыду? И то, что вот мне мама как раз недавно говорила, одно дело, когда ты читаешь 12-14 лет, а другое дело, когда ты читаешь сейчас в моем возрасте, вроде бы, ну, неплохо написано, да, написано легко, легкий такой слог, интересный, но если бы я выбирала, да, книгу, я бы ее не почитала. То есть я не могу сказать, что это плохая книга. Но просто это не мой формат, вот и все. Но чтобы не быть, как говорится, человеком, который вообще не понимает, кто такой Дюма, старший Дюма, не сын Дюма, а старший Дюма, Александр Дюма, вот, хотя бы почитать «Граф Монте-Кристо» и понимать. Хотя мама говорит, лучше почитай «Консуэлу». Ну, да ладно, это просто не мой формат. А так я читаю, вот, помимо вот этих двух жанров, да, еще и что-нибудь из психологии. У меня в планах заняться, есть кое-какие незаконченные книги, которые нужно дочитать, но вот прям далеко туда, ближе к лету, я хочу заняться более глубоко Пифагором. Мне хочется понять его систему цифр и
чисел. И геометрии, не в понимании геометрии, а вот вообще его знаний вот потянуло меня на Пифагора. Может быть, из этого тоже что-нибудь там в дальнейшем виде мастер-класса либо какого-нибудь курса тоже выйдет. Что очень интересная фигура для меня. Вот. Ну, а так, в принципе, вот сказать, чтобы я что-то планирую сейчас делать, нет. Раньше, когда книги, которые на меня повлияли, у меня есть на канале здесь раздел в плейлистах про там беседка. И в одной из беседок есть, по-моему, плейлист называется «Таро простым языком». И там я говорила книги, которые на меня повлияли. Фильмы, которые на меня повлияли, это фильм, по-моему, как это называется? Вот по-гречески это называлось пиромопиталудос. Ну, то есть, как это, феномен бабочки, что ли, как-то так называется, да? Вот, это то, что мне понравилось в свое время, и недавно мне понравилось, по-моему, один сериал. Я посмотрела эти сериалы, но он есть и фильм. Наподобие сериала Netflix про Люцифера. По-моему, там «Столик в углу», как-то так называется, где главный герой исполняет, такой мужчина в возрасте, исполняет желания тех, кто к нему приходит, не подозревая о том, какие последствия повлекут их собственные желания. То есть, ну, вот такие вот фильмы мне нравятся. Так, ну что, что делится с нами? Да, планы. Планы всегда огненные. Я думаю, мы с вами много о чем сегодня поговорили, не знаю, насколько вам было полезно и интересно. Вот. Все, что не успела сказать, наверное, может быть, в чатике допишу, в Телеграме. А я с вами прощаюсь, еще раз поздравляю победителей. Напишите мне в Телеграм, ну, в Телеграм лучше, либо на почту. И я дам вам доступ к курсам и ко всем вашим подаркам. Благодарю вас. Прощаюсь. Всего вам самого наилучшего. Всем пока-пока. Сейчас уже вышел ролик про победителей. Можете посмотреть, как это все забавно проходило. А я с вами прощаюсь. До встречи. И я вас благодарю всех. Всем пока-пока.